сама сплю, а глаза никак не закрываются. Спать, маленькая, спать. Закрой глазки. Повернись на бочок. Разве так в куклы играют? Это еще откуда? Вот нос выдернули, а головой гвозди забивали. Это ужасно. Эта девчонка мне перекрутила резинку. Дальше жить нельзя. Друзья, давай убежим к другие дети, а? Не возьмут. Кому нужны сломанные куклы? Ну, что носы повесили? Я знаю, что делать. Что? Давайте убежим. Куда? Мужчину сделали. Давайте убежим. Убежим в кукольный мир. А ты, Тароку, знаешь? Знаю. Ну, согласны? Прука. А Мишку из 10-й квартиры возьмем? Правильно. И медвежонка возьмем. Ему тоже не сладко живется. Ну, живо, за дело!
играете в кукольный мир? Ожидать под лестницей у лифта? Да. Кукольный мир? Я согласен. Никуда я не пойду, мне и здесь хорошо. О, ну и сиди на чайнике, а я убегу. А я Сережку разбужу, вот возьму и разбужу. О, его и пушка не разбудишь. Я Коле позвоню, он вас не выпустит. А, так, посмотрим. Куда? Ну что, позвонила? Грелка ты несчастная. Грелка, 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 грелка. О. Поймали! Пожалуйста, без паники. А в чем дело? Спокойно. Людям догадаться покрепче спички сделать. Ой, люди, люди. Бегите скорей к лифту под лестницу. Туда ваши куклы убежали. Скорее торопитесь, вы их там захватите. Вот, вот. Теперь говорите за мной, Энне Беннерес. Энне Беннерес.
Вот это номер.
городке чудесно вношен. Мы поем, играем, пляшем. И мечтаем об одном. Я спрошу у поварят, для кого мы? Для ребят! Эй, матрешка, отвечай-ка! Отвечай-ка, Мишка-зайка! Не гребенок, и петрушка! И собачка, и лягушка! Санька, Санька, а крома где нам лучше? У ребят! Стойте! Наши куклы! Тише ты! Куклы, не все дети хорошие. Вот что они со мной сделали. А у меня... Смотрите. А из меня мужчину сделали. А как вам это понравится? А я совсем без носа. Мамушки, не может быть, не может быть. Нет таких детей. Есть такие дети! Вот они! Я поймал их! Вот эти самые дети! Зина? Кора! Он самый! Это те дети, которые нас сломали! Но ведь они были... Большой, а эти малюсенькие. Я все знаю. Я все видел, что их мышка маленькими сделала. Они пришли, чтобы вас поймать. Пойди сюда. А вы накажите их. К Деду Морозу их. Судите их. Судите. Никого я не боюсь. Куклы наши. Что хотим, то и делаем с ними. Что случилось в кукольном мире? Ну? Так в чем же дело? Говорите. Матрос, иди ты, расскажи. Деды Морозы! Судите и накажите этих ребят. А что они сделали? Кто их обвиняет? Вот, смотрите, смотрите, что они сделали с этой красивенькой девочкой. Не стесняйся, пучеглазочка. Мне стыдно. А это... Уважаемый судья, а как вам это понравится? А это... О, это весьма существенное доказательство.
одна. Мы решаем так: сделать их куклами и отдать злым детям. Правильно, 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 правильно. Верно. Отдайте их моему Сережке. Он их обязательно сломает. Нас нельзя делать куклами, мы люди. Нет, можно. Навесим на вас ярлыки и будете куклами. На, возьми. Правосудие свершилось. Настало утро, все по местам. Скоро дети придут по местам, по местам. Отобрали? Куда? В детский сад. Нет, жаль, а нас отобрали. А дети там хорошие? Конечно, отличники. Каждый день зубы чистят. И это... Замечательные куклы. Всем как живые. Пожалуйста, покажите. Пожалуйста. Вот какие замечательные куклы. Посмотри, Сереженька, они напоминают нам наших знакомых. Кольку! Ну да! Нет, не похоже. Те настоящие, а эти куколи. Лучше танкетку. Ну дайте танкетку. Дайте мне эту куколку. Куклы, когда уже другие купите. Можно. Завернуть? Заверните, пожалуйста. Вот, приставай, девочка, ты все-таки приставай. А чего же она лезет-то? Ну и пускай себе лезет, а ты не обращай внимания. Пожалуйста. Прости, пожалуйста, ты что там с ними делаешь? Тренирую. Ну, брат, от такой тренировочки им не поздоровится. Ничего с ними не будет.
будет, сколько он своей петрушкой гвозди заколачивает. Ну-ка, давай-ка и сюда. А то, брат, ими гвоздей забивать нельзя. Пожалуйста, Чет. А? Что это? Полное обновление. Сереженька, что ты с ними сделал? Купал. Как? Разве кукол купать можно? Ну вот, теперь они испортятся. Ничего, привык. Сколько раз я тебе говорила, без мамы ничего не делай, без мамы ничего не делай. Зинка, руки сняли, бежим. Сережка выкупал. Ну вот, что теперь делать? Вот, что теперь делать? Да, надо подумать. Были у нас куклы, играли с ними. Знал бы, никогда не ломал бы их. То имеем и храним, потерявший плачем. Будете кукол ломать, а? Нет, не будем. Зина, молчи. А вы будете от нас убегать, а? Нет, не будем. Тебе шишку набил. Разве так в куклы играют?